Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quest. Сегодня мы снимем небольшой видеоотчет о походе в местный арт-музей. По выходным дням вход сюда бесплатный. Очень большая интересная экспозиция, есть импрессионисты, есть даже русские художники. Очень много интересных арт-объектов. Мы сейчас находимся в вестибюле, и уже здесь прямо сразу мы видим некоторые арт-объекты очень интересные. Вот это вот такая инсталляция, сделанная из стекла. Я потом поближе постараюсь ее снять. Здесь располагается магазин, где можно купить какие-то сувениры. Здесь располагается вход в арт-классы. Здесь куча бесплатных арт-классов для детей, для взрослых, для стариков. В общем, интересная тут есть программа обучения. Здесь располагается вот такая вот кафешка и еще один вот такой вот объект, тоже сделанный из стекла. Музей основан на частные деньги. Вот перечислены все, кто принял участие в Donations. Вот, оставайтесь с нами на канале и следите за развитием сюжета. А это наш главный посетитель музея.